Всем привет! Сегодня у нас 6 января 2018 года. Сегодня находимся абсолютно на новом месте. В этом году я здесь еще не был. В прошлом был несколько раз. Вот малая моя. Сегодня собаки с нами. Молодежь одна. Дима свою малую взял, я. Нас сегодня четверо. Сейчас вот моя малая подняла кого-то. Пошла полукольцом таким. Он уже в лесе, в лесу работает. Сейчас попробуем перехватить. Ждем. Шел возле меня, только видел, что мелькнул. Пиздец, он по гусь-шаром лезет. Меня вышел, блядь. Ребятки, взял зайца. Только выключил камеру. Стою, думаю, ё-моё, куда ж ты пошел? А он выскакивает назад и тихонько от собачек готов. Сейчас позвоню товарищам, предупрежу. Блин, только выключил камеру. Взял, Дима, зайца. Сейчас собачек подождем. Ну что ты, Мота? Сразу прогнала, а потом бросила. Первым подцепил выстрелом. Хоть и недалеко, блядь, что-то упреждение мало взял. А вторым уже он так скорость набрал такую, уже побольше упреждения. Бах, через голову. Сейчас подождем собак. Ну вот так. Где они делись? Ты у меня первая прошла.
даже это и шумовой был. Что его знали? Ну ладно. Фу нельзя. Прошел у нас второй подъем зайца. Собаки как-то ушли туда, вглубь леса. Малая моя, блядь, прогоняет. Ну, может, минут 10. И назад, блядь, возвращается. Не хочет идти. Вот одна, как-то я заметил, она больше идет сама. Разбирается, гау-гау-гау-гау. Компания либо не успевает еще. Так, это ей сколько-то возраст ей? 6,5 где-то примерно месяц. Ну, уже как бы попытки есть. Лисулок неплохо гоняет, а вот по зайцу идет, идет, но не до конца. Посмотрим. Взяли второго зайца. Напарник взял. Небольшой круг он успел сделать. Вышел прямо к нему. Сейчас вот пошли дальше. Подняли третьего зайца. Напарник стрелял, не знаю, подранил вроде. Как-то собаки ярко идут сильно. Мутит, мутит где-то рядом. Где, блядь? Через поле и пошла туда. Шлюха. На. Краю, Вальдемара, сниму. Хоть, блядь, зайца через плечо положу, я к бревну. Не, сейчас.